В детском оздоровительном лагере имени Карбышева состоялось заседание областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних. Все те, без кого оздоровительный сезон 2014 года не состоялся бы, собрались для подведения итогов. Замминистра по делам молодежи Татьяна Рудунок в своем докладе дала оценку работы учреждений отдыха и оздоровления, а также органов местного самоуправления. Все министерства и муниципалитеты в полном объеме исполнили данные распоряжения правительства поручения по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних. Полноценно отдохнуть в лагерях дневного пребывания, загородных, оздоровительных и палаточных лагерях этим летом удалось 128 тысячам детей. Среди них в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также дети-инвалиды. Помимо отдыха, летней занятостью во время школьных каникул было обеспечено 12 800 ребят. 19 областных профильных смен различной направленности также прошло в этом сезоне. В них приняли участие более 5000 одаренных детей. По итогам оздоровительной кампании был проведен смотр-конкурс «Лето детям». Лучший детский загородный лагерь, лучший лагерь с дневным пребыванием детей, лучшая профильная смена, самый пожаробезопасный лагерь и другие. Этих званий удостоились те, кто старался сделать детский отдых безупречным во всех смыслах. Большой спектр разных направлений, мероприятий разных направлений проводим. И патриотическое, и спортивное, и туристическое, и творческое. Стараемся развивать ребят в разных направлениях, чтобы они могли применить то, что в лагере узнали, применить все в школе и на занятиях. Александр Фабрициус также наградил молодых специалистов в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи. Сезон у нас сегодня только закончился. К сожалению, я сегодня не смог детей отправить к своим родителям, потому что пришлось приехать сюда. Вот. Сезон прошел замечательно, и впереди еще предстоят сезоны. Обсудили также на заседании и планы на 2015 год. В частности, затронули вопрос об изменении финансирования путевок во все типы детских лагерей в сторону повышения доли родительской доплаты. На сегодняшний день действительно стоимость путевки, которая у нас варьируется в пределах 10 500 рублей, она сегодня низка для того, чтобы мы содержали наши лагеря. Поэтому будем рассматривать по практике регионов Российской Федерации. В ближайший месяц областная межведомственная комиссия подготовит план оздоровительной кампании на 2015 год. К слову сказать, в лагерях круглогодичного действия до конца этого года отдохнут еще 12 000 детей.